уважаемые депутаты, коллеги, все, кто сегодня депутаты, присутствует, казачество, все, с кем мы последние годы вместе работали. Я обращаюсь, прежде всего, конечно, к депутатам. 13 марта, знаете, вчера нашел газету, при всем кабинете, 13 марта 2011 года. Где написано, это, я вступаю в должность, даю там определенные обещания. Слушайте, ну все обещания я выполнил. Вот. 13 лет я отработал главой сельского поселения. 7 лет я отработал заместителем главы по вопросам строительства, ЖКХ и прочее, прочее. То есть 20 лет. А, если честно, то уже на третий срок идти было не надо. Нам было двигаться другим путем, но